В Беларуси проводится республиканская акция госавтоинспекции «Внимание, дети», направленная на предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма. Водителям напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушение правил дорожного движения, а также о необходимости личного примера безопасного поведения на дороге. Будут проведены творческие конкурсы, викторины и велопробеги. В дни акции водители обязаны ездить при дневном свете с включенными ближними фарами. За несоблюдение этого требования налагается штраф. Две базовые величины. Акция продлится 12 дней. Меньше недели осталось до старта благотворительного онлайн-пробега «Спасибо врачам». Его организует Белорусская Федерация Легкой Атлетики. Принять участие в забеге может каждый желающий старше 12 лет. Бежать можно в любом месте планеты и на любой дистанции. Стартовый взнос – 20 белорусских рублей. 7 из них отправят на покупку средств индивидуальной защиты для врачей в медучреждения страны. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Федерации. Стартует онлайн-пробег 1 июня и продлится 10 дней. Футболисты борисовского «Батэ», победив «Динамо» Брест со счетом 1-0, в четвертый раз стали обладателями Кубка Беларуси. Решающий поединок на поле Минского стадиона «Динамо» прошел в равной борьбе. В основное время никому из соперников не удалось поразить ворота. Овертайм лучше начали брещане, но затем футболисты «Батэ» полностью завладели инициативой, и за несколько секунд до финального свистка Захар Волков нанес победный удар. Ранее футболисты «Батэ» выигрывали Кубок страны в 2006, 2010 и 2015 годах. We'll be right back.